뭐 스케줄들 뭐 어디 봐 그게 어디 봐 뭐 나가자는 뭐 뭐 자연 넥션들 그 입에 세시 그런 뜻 아르 아시다는 뭐 아스 다는 뭐 가고 아예 가도 와서 뭐 다는 요즘 무슨 뭐 가고 아래로 상 아르 아직도 어 가다 뭐 가고 아주 그래 아래들 요즘 무슨 가서 다는 뭐 스타 그거 넥션들 그 입에 세시 그런 мы наша задача шамана чтобы вот выше, которые вот проходили много вот болезней коронавируса там всякие вот, и еще разные болезни и много аварий, пожары там, наводнений там всякие, понимаете, да? Аварии которые умирали люди, конечно, много было. Вот это надо остановить. Вот мышь, он пусть уйдет. Надо сделать шамана заслон, чтобы воду хорову, воду пока туда не залез. Чтобы вода пока, воду хорову, чтобы чисто мы встретили. Понимаете? Во всей Туве, во всей России. Чтобы этот ход хоровы не зашли плохое. Пусть ход хоровы чистый ход, чтобы было. Это ваша задача, это ваша обязанность. Понимаете? Чтобы шаман это слово, если перевести, это помочь людям, помочь природе. Понимаете? Всякий этот вирус, всякий этот микроб, всякий этот бактерия, всякий этот... раковые клетки, всякие вот, звездные палочки, это все черти, их надо снять. Это ваши мысли достигнет, знаешь, дальние города нашей Родины, России. Будет сильнейший шаман в мире. Вас, русский шаманизм считается первым местом в всем мире. Понимаете, самые сильные шаманы. Вот отсюда уходили из центра Азии, вообще разные страны. Хамир Минди, добрый день, друзья. Ну хотя нас мало, вы сегодня присутствуете на очень редком обряде, который был прерван в советские времена. Это обряд очищения, когда старый год заканчивается. 29-й это сегодня лунный день, когда звезды, планеты становятся на свои определенные, занимают определенные времена. Издавна на территории Танты Тыва, то есть сегодняшней республики Тыва, все шаманы выполняли, исполняли вот этот вот древний обряд очищения. И вот эту вот землю для нас наши предки завещали, чтобы мы продолжали здесь жить, мы продолжали сохранять наши традиции. И в том числе сегодняшний этот древнейший обряд очищения, чтобы... Почему сегодня делается? Чтобы все, что накопилось негативного, черного, нехорошего, не перешло на прошлый год. Вот на следующий новый год.